Весь православный мир во вторник отпразднует Рождество Христово. Накануне верующие отмечают Сочельник. 6 января в 7:30 в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе состоялась божественная литургия и освящение Колева, а в 15:45 – всеночное бдение и исповедь. В полночь в Верхнем храме собора в Херсонесе служение божественной литургии возглавит благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. С 11:30 до полудня состоится общегородской рождественский крестный ход по маршруту Покровский собор, площадь Лазарева, площадь Нахимова. По окончании будет отслужен молебен. Пройдет рождественский крестный ход и по северной стороне города. Он также начнется в 11:30 у Свято-Никольского храма и проследует до кинотеатра «Моряк». По завершении там также пройдет молебен, а после будут организованы торжества для детей, игры, хороводы, чаепития и показ мультфильма. Праздничная божественная литургия пройдет и 8 января в Покровском соборе. Возглавит ее митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. На время проведения крестных ходов 7 января с 11:30 до 13 часов по центру Севастополя и на северной стороне будет ограничено движение транспорта. Помимо служб и крестного хода, севастопольцы смогут провести Рождество на народном гулянии. 7 января на площади у Дворца культуры рыбаков запланированы хороводы, игры и развлечения для гостей любого возраста. В программе также интерактивное театральное действо, рождественская сказка и праздничный концерт творческих коллективов ДКР. Начало народных гуляний в 13 часов, а в 17 часов рождественский вечер начнется во Дворце культуры Севастопольский в поселке Сахарная Головка.